Всем привет! Сегодня мы находимся возле такого вот здания и обязательно сходим безответственно вот туда. Мне шапку не одела. Парк чудес Галилео. Может, Саша мне шапку надевает? Я вышла без шапки, оставилась в машине. Вау! Класс, спасибо! Я не вижу, не отражаю. Ты думаешь, это вход? Парк чудес. Да, это вход. Наверх, что ли? Добро пожаловать, поднимайтесь наверх. Это не надо. Марсель, считай. Сегодня солнышко, вообще классно. На каждой ступеньке что-то написано. Ура, вы прошли половину лестницы. Ничего себе. Поздравляю. 20 калорий. Мы зашли в парк чудес Галилео. Двигаться можно только в одну сторону. Видеосъемка разрешена, и фото тоже. Маска Эйнштейна. Пойдем? Ой, а это что такое? Присаживайтесь на табуретку, не снимая колеса с подставки. Раскрутите его. Теперь возьмите за ручки и снимите колесо. Попробуйте наклонить его и удивляйтесь. Присаживайся на табуретку. Давай, не снимая колесо с подставки, раскрути его. Раскручивай, раскручивай. Потом возьми за ручки и сними колесо. Попробуй его наклонить. Сними. Ну, что-то он не крутится. Надо было раскрутить сильно. Давай я попробую. Попробуй ты. Да. У меня не работает ничего. Не работает. В принципе, это очевидно. Да. Не снимая колеса с подставки. Давай. Раскрутите его. Подожди, раскрутите его. Возьмите за ручки. Ну, давай, попробуй. Ничего не выйдет. Снимите колесо. Затем наклоните. И что? Не знаю. Я тоже не знаю. Тяжелая. Никого. А вот мы к этим не подошли. Мы еще назад не возвращаемся, мы просто уходим по прямой. Че? Не знаю. Не то, что там не так все. А что тут? Или так же. Нет, как будто вон там тоже что-то есть. Смотри. Да? Как будто я. Обычные зеркала. Надо снимать. А это что? Собери звезду. Траектория. Обведи звезду. О! Ой, а где я? Обводить внизу? Блин, он обратно возвращается. Ничего такого. Попробуй обвести звезду. Там пикнуло, я напугалась. Вот она там. Нет, там звезда. Обвести звезду. Взяв вот металлический карандаш на тросе, попробуйте обвести звезду. При касании краев линии любая звук сигнал. Начинайте сначала. При касании краев линии? А, это значит, я. У меня сигнал, значит, я край линии. Где звезда-то? Вон внизу. Вот, ты должен там обводить, а она тут смотреть. В смысле? Вот там. А может, я тут посмотрю? Ну, давай. Если пикнет, значит, край линии задел. Я только забуду, что я обводила, что не обводила. А
что должно произойти? Все? Ну, я ее обвел, да. Ну, а? Ну, все, я вышел. Чуть-чуть задел. Вот ну, я ее обвел. Пойдем дальше. Это что, рычаг? Невидимая сила. Попробуйте удерживать меч на вытянутой руке. Одной рукой, не касаясь стенок. Нажать на светящуюся кнопку в глубине. Это не так просто. Ну-ка. Давай, вон там вот кнопка есть, надо на нее нажать. А! Магнит, а это магнит. Дай его магнитом. Нажми на кнопку. Ну-ка. Ой, по-моему, надела. Я по-моему задел. Вот, торгнула. Было. А здесь трейдерия. Пошли, там непонятно чего дремит. Вот этот свой велосипед, садись. Да, бегущий динозавр. Крутите педаль, наблюдая за собой в зеркало. Динозавр на стене живет и погонится за вами. Не верю. А живет и погонится за вами? Ну-ка давай садись. Вот он динозавр. А, вон тот динозавр живет и погонится за тобой. Давай, едь. Ну-ка, давай, давай, смотри. И начинают двигаться. А вон он, правда, бежит за тобой. Он побежал. Беги, беги. Ого, там двигается. Теперь в другую сторону. Как будто бежит. Вот давай я теперь. Ой, классно. Тут видно, тут зеркало. Это прикольно, что надо сидеть и фитнесом ничего делать. Тренажер, да, фитнесом, а что делать? Страшно, типа, да. Хочешь попробовать? Смотри, а здесь что-то, здесь вода. Шарик. Шарик вон наверху. У нас в парке такая... есть своя школа измерения силы. Самый сильный гость сумеет раскрутить ток сильно, чтобы шарик достиг отметки 7. Достиг отметки 7? А где 7? Да. А где отметка 7? Ух ты, самый сильный, кто там, наверное, на... Дай-ка я попробую. Где 7? Не знаю, наверное, должна туда пикнуть. Думаешь? Ну-ка, на, подержи, выдавай. Тут нет такой отметки. Ну, ты ж не так, давай, я другую сделаю. Это просто водоворот. А где отметка 7? Может, она над ней, но я не знаю. Мне кажется, это не так. Да я еще раз попробую. У тебя, по-моему, лучше крутится. У тебя почти до низа доходило. Где 7? 7 нет. Отметку мы не нашли. Ого, прям у тебя почти до низа доходит, у меня наполовину. Да там сложно, да, но потом начинает само там прокручивать. Нету 7. Я не знаю, где это 7. Тут даже интересно, вот а тут оно... что надо делать? Попробуйте бросить шарики по ячейкам и снова попробуйте до тех пор, пока не убедитесь поровну. Бросать шарики по ячейкам и снова. Где они? Вот они. Может, это клавиатуры? Вот эти вот не... Они тут застряли, наверное. Ну, снова собрать их надо. Да? А вон тут вот не себе, но тут вот это осталось. Вон как. Ну вот, пожалуйста, собрался. Вообще вот это посмотрим все. Все. Бесконечный клуб. Внутри клуб кажется гораздо больше, чем на самом деле. Нет, он не кажется. Посмотри вверху. Смотри вверху. Вон, видишь, он внизу теперь такой. Бесконечный он бесконечный. Смотри, там нету дна. Вот тут вот ты видишь стенки.
А где стенки-то? Тут тоже бесконечный. Нету стенки. Тренажер часовщика. Так, шестеренки. Не секрет, что на книжке сколько всего. Сюда на экране самостоятельно крутиться. Сюда же запустить. Ну это просто крутить, наверное. У тебя будет механизм работать как в часах. Тут крутишь и там не работает. Крутится. Не работает. А, не достает до этого? Нет. Ну, это неинтересно. А что за лавочка? Музыкальная скамейка. Присаживайтесь поудобнее, положите руки на подлокотники. Теперь поиграйте мелодию пальцами. Ну-ка, пошли. Металлический, но... Да-да-да-да-да-да-да. Чё-то там должно быть.